Здравствуйте, вы смотрите телеканал «Самара ГИС» и программу «Хочу домой». Напомню, это программа о животных, о бродячих и животных, которые скитаются на улицах наших городов, и животных, которых выбросили нерадивые владельцы. Наша программа, с помощью нашей программы мы стараемся пристроить таких собак и кошек из приютов или от волонтеров, найти им новый дом и новых ответственных владельцев. Ну и, конечно, гость студии, как всегда, руководитель государственного бюджетного учреждения Самарской области, Самарского ветеринарного объединения Галина Сидорова. Здравствуйте. Здравствуйте. Наступила осень, кто-то ей радуется, кто-то не радуется, потому что прошли жаркие денечки. И вот многие владельцы все-таки начинают успокаиваться по поводу вакцинации и, самое главное, по поводу обработки собак и кошек от клещей. До какого периода у нас в лесах мы можем встретить клещей? И все-таки когда самый последний, вот именно тот временной промежуток, когда надо обрабатывать собаку от клеща либо таблетки, либо капельками? На самом деле проблема пироплазмоза, она существует круглогодично. Мы уже отмечаем, что если раньше это носило на самом деле сезонный характер, то сейчас в связи с погодными условиями, с потеплением, которое происходит с нашими теплыми зимами, мы отмечаем, что к нам обращаются владельцы животных с заболеванием пироплазмозом в любое время года. А вот, может быть, это связано с тем, что некоторые владельцы собак стелят у себя, стелят в будках своих животных сено, и они его не обрабатывают или не смотрят его. Его надо обрабатывать? Может, именно отсюда и появляются клещи, ну, и пироплазмоз? Все животные должны подвергаться профилактическим обработкам, в том числе от клещей, от гельминтов. И если животное обработано, то есть ему это не грозит, какая подстилка там используется. Если даже и будет происходить заражение, то оно будет проходить либо в легком течении, либо не происходить вообще. Этого клеща может снять любой владелец без каких-либо последствий для животных. Если вы говорите о том, что периодичность, как она должна производиться, все это опять зависит от препарата, который применяется, в соответствии с инструкцией, со сроком действия данного препарата, по истечению которого должна производиться повторная обработка животного. Мы не будем сейчас называть те препараты, которыми владельцы обрабатывают своих собак и кошек, но, тем не менее, я, наверное, возьму только временной промежуток. Скажем, препарат на один месяц, на 30 дней, или препарат все-таки на 3 месяца, что лучше? Или все-таки капельки в холку, или все-таки ошейник на собаку и кошку? Что лучше и что дает более-менее, ну, какую-то там, ну, ближе к 100% гарантии? Все те методы, которые вы назвали, они все действенные. Опять же, все зависит от желания владельца животного, от его возможностей финансовых. Все они имеют свое действие, все они действуют на тот или иной вид паразита, либо клеща. Поэтому все зависит только от владельца. Какой способ он применяет, так он и действенные ошейники, действенные капли, действенные и таблетки. То есть все зависит от самого владельца. Он определяет для себя, выбирает, каким способом его животное будет обработано и на какой промежуток времени. Вернемся к теме все-таки животных, теми животных, которые находятся на приусадебных участках. То есть называются они животные, как правильно их назвать? То есть есть домашние животные, а есть... Есть продуктивные животные, да, продуктивные, есть непродуктивные животные. Да. Да, вот продуктивные животные. Мы как-то сейчас по сравнению с тем, что было летом, сумели побороть те болезни, которые очень страшны. Это чума. Ну, африканская чума свиней у нас продолжает регистрироваться на территории Российской Федерации. К сожалению, уже наши соседи имеют эту проблему. На территории Ульяновской области, Республики Татарстан и Оренбургской области зарегистрированы данные заболевания. Мы пока благополучны, надеемся, что мы будем также благополучны и оставаться по данному заболеванию. То, что касается заболевания бешенством, да, мы также продолжаем регистрировать случаи. Последний случай у нас был зарегистрирован на территории Шанталинского района. Заболела собака, которая имела контакт с дикой фауной, с лисой, была в контакте и тем самым заболела, и собака
отпала. А как определить, что собака бешеная или кошка бешеная? Какие симптомы? Животное угнетено, оно боится света, оно боится воды, оно отказывается от корма, отказывается от воды, забивается, начинает проявлять агрессию, нападать на своих владельцев, нападать на тех животных, которые рядом находятся с ним. То есть признаки агрессии и слюнотечение, паралич челюстей происходит. И поэтому в случае проявления каких-либо похожих клинических признаков необходимо сразу же обратиться в государственную ветеринарную службу. Мы осматриваем данное животное. Если мы сомневаемся в заболевании, животное помещается в изолированное состояние. В течение 10 дней мы наблюдаем за ним. Если по истечении 10 дней мы не отмечаем падежа животного, видим, что клинические признаки были похожи, начинаем лечить животное. То есть мы наблюдаем в процессе, мы применяем какие-то там симптоматическое лечение. Ну, если животное пало, соответственно, мы уже принимаем меры по проведению дезинфекции, по уничтожению трупа животного, направлению головного мозга либо самого трупа в лабораторию для исключения бешенства. Хорошо, мы понимаем, что здесь мы в городе в основном информированы об этой болезни, об этой страшной болезни. Люди, которые проживают в селах и в деревнях, они как-то имеют представление вообще, что такое бешенство? Да, конечно. Давай, да, коротко, потому что нам сейчас надо будет переходить. Профилактика бешенства в том числе себе включает информирование населения. Все ветеринарные станции ежемесячно доносят информацию в средствах своих, какие им доступны, чтобы оповестить население, либо это газета, либо это местное телевидение, интернет-порталы, что такое бешенство, чем оно грозит, как оно проявляется, что нужно сделать. То есть информированное население идет, они об этом знают, независимо от того, от удаленности от областных центров, районных центров. Население информировано. Спасибо большое. Мы обязательно сейчас снова вернемся к вам, к разговору с вами. Ну, а у меня есть предложение посмотреть видеовизитки. Еще раз напомню, что все собаки и кошки, о которых мы говорим в наших видеовизитках, они проверены. Ну, по крайней мере, мы стараемся их проверить на социальную безопасность, чтобы они не боялись, чтобы они были нетрусливыми. И самое главное, чтобы не проявляли зооагрессию. Этот кот попал в приют еще котенком в очень плохом состоянии, однако усилиями сотрудников его привели в хорошую физическую форму. В настоящее время ему ищут новый дом ответственного владельца. Любителям черных кошек обратите внимание на этого славного кота по кличке Лунтик. Он очень ласковый, он очень игривый в силу своего юного возраста. Ему, конечно, нужно много внимания с другими кошками. Некоторых он утомляет, потому что такой котенок. Но в целом ни агрессии, ни какого-то негатива. Замечательный малыш. Он доверчивый. Он, конечно, очень открыт к людям. Но мы всегда предупреждаем, что в любом случае это живая душа. И, возможно, потребуется больше времени, чем вы планировали на социализацию и притирки. Но я думаю, что с ним проблем никаких не возникнет. Обратите внимание на черного и классного кота Лунтик. Ему ищут свой дом и хорошего хозяина. Звоните по номеру телефона 231-40-80, либо 8-937-992-40-80. Эта собака пришла к зданию зооцентра и улеглась на порог. Дня два сотрудники центра наблюдали за ней и решили дать временный приют. Назвали ее Аврора, определили примерный возраст. Сейчас ей чуть больше года. В настоящее время Авроре ищет свой дом, владельца и советуют забрать ее в квартиру. По отношению к людям она настроена очень положительно. Даже вот мы с ней гуляем, она такой надеждой смотрит на каждого прохожего, она тянется к ним, она тянется к детям, она тянется к другим собакам. У нее совершенно нет агрессии ни к кому. Обратите внимание на Аврору. Ей нужен дом. Она подходит к проживанию в квартире. Возьмите Аврору из зооцентра домой. Звоните по номеру телефона 231-40-80, либо 8-937-992-40-80.
Рыженькая в полоску. Попала в зооцентр недавно с территории небольшого завода, который закрылся на реконструкцию. Сотрудники завода помогли ей найти временный дом в зооцентре. Назвали ее Матрёша. Она не та кошка, которая кошка сама по себе. Она неотрывна от человека. Она очень привязана к человеку и хочет находиться, мне кажется, круглыми сутками в чьей-то компании. Очень социальная кошка, очень позитивно настроена к другим кошкам, спокойно относится к собакам, ну и людей просто обожает. Возьмите рыженькую кошку из приюта. Матрёша очень хочет к своему хозяину и в свой дом. Заберите Матрёшу прямо сейчас. Звоните по номеру телефона 231-40-80 либо 8-937-992-40-80. Этому щенку по кличке Василиса ищет своего владельца. Родилась она в домашних условиях, в результате случайной любви их далматина. Папа – пес, который оказался неподалеку от их участка в ненужное время. 23 февраля у меня муж вышел с ней погулять. И тут у нас нарисовалась собачья стая. В общем, контакт предотвратить не удалось, он догнал собак только там через два квартала. Но он не собачник сам, вот поэтому... Он кошачник. Да, не уследил. Вот. Но так как мы люди ответственные, вот, мы взяли на себя воспитание вот этих вот. Всем говорим, что мама далматин, папа Дон Жуан. Кличку Василисы дали дети. Они же больше всего занимаются ее воспитанием. Сейчас щенку грядет 4-й месяц. Они знают команду «сидеть». Дай лапу. Да. Знаю. По характеру похожи на очень любвеобильную, игривую собак. Хорошо вписываются в семьи с детьми. Обратите внимание на этого щенка. Сейчас Василиса ищет хозяина. Звоните по телефону 8-937-201-81-66. Вот у нас есть домашние собаки и кошки, которые все-таки в деревнях, которые могут распространять это бешенство неконтролируемое. А каким образом происходит? Это самовыгул? Или все-таки там хозяин пошел в лес на охоту, и вот собака встретилась с бешеной лисой, и произошло вот это самозаражение? Это возможно как и на самовыгуле. Это возможно, когда дикое животное проникает на территорию там, личного подсобного хозяйства, когда собака сидит на цепи, условно, для примера. Лиса зашла во двор, они с ней имели контакт, и через там, 10 дней мы видим о том, что животное начинает проявлять признаки бешенства. Лиса при этом, может быть, как уже пала на территории личного подсобного хозяйства, либо ее убили, либо она ушла. Хорошо, это домашние собаки, это собаки, которые живут на территории, скажем так, домашнего подворья, да, да. Хозяйские, скажем. А что делать с собаками, которые стаями ходят, передвигаются по улицам наших городов, как их прививать? Была ли какая-то, вот раньше я слышал, была какая-то система, что подкидывали, раскидывали мясо с вакциной, и лисы, или там собаки бродячие съедали, и все. И можно было считать... Все хорошо. Ну, о том, о чем вы говорите, о том, что у нас есть безнадзорные животные, эта проблема, она не одного дня. Как раз при применении метода ОСВВ, когда происходит отлов, вакцинация и стерилизация, а затем выпуск, как раз происходит вакцинация от бешенства. Все эти животные отлавливаются и вакцинируются. Если вы говорите о применении там ранее оральной вакцины применяется до сих пор. Она применяется в лесных массивах. Применяется именно для поедания дикими животными. Для того, чтобы дикое животное, употребив эту приманку, оно получило как бы вакцину и стало иммунной против бешенства, и, соответственно, оно не болеет, и оно не является распространителем данного заболевания. А как выглядит вот такая вот оральная вакцина, и вдруг, ну, давайте так скажем, вот я иду по лесу, гуляю, и вдруг я вижу там кусок мяса или что? Нет, это не кусок мяса, это брикетик. Так. Небольшого размера, там буквально 5 сантиметров квадратных, может быть, в эту капсулу как раз вживлена вакцина. Животное прокусывает данную капсулу, тем самым он получает дозу вакцины.
Вакцина. То есть, по сути, мы можем, в принципе, совсем исключить бешенство, если мы будем прям активно разбрасывать вот эти капсулы по улицам наших городов или в близлежащих районах крупных городов. Потому что в основном, Вакцина разбрасывается повсеместно на территории всей Самарской области. То есть эти мероприятия проводят совместно с Департаментом охоты и рыболовства при непосредственном участии Государственной ветеринарной службы. Мы обращаемся к охотникам, они нам показывают, где животные обитают, чтобы была большая вероятность употребления данной вакцины. Соответственно, если взрослое животное получит дозу вакцины, тот молодняк, который будет получен уже от этой лисицы, условно, лисята, также будут иммунны, у них будет кластральный иммунитет. Тем самым мы снизим процент заболеваемости среди диких животных. Для этого это и применяется. Но, к сожалению... Бешенство – это сезонное заболевание, все-таки уже наступила осень, и мы приближаемся к зиме, можно сказать, ну, там, через пару месяцев. На самом деле, бешенство у нас имеет как сезонное, так и цикличное течение заболевания. Мы отмечаем, что у нас идет там 2-3 года снижение, потом, как правило, мы имеем пик заболеваемости. Это отмечено как учеными, так и нами. Допустим, вот в прошлом году у нас был зарегистрирован там 51 случай бешенства. По Самарской области, да, среди всех видов животных. Но на сегодняшний день мы имеем там 26. То есть с учетом того, что уже более полугода прошло, мы отмечаем тенденцию к снижению заболеваний бешенства. Но были у нас такие года, когда на территории Самарской области регистрировалось до 227 случаев бешенства. Это зависит от чего? От того, что все-таки мало разбрасываются вакцины или плохая от того, поедаемость, что все-таки приходят... Плохая поедаемость. И сезонность зависит от природы. Допустим, если теплая зима, то лисица имеет доступ к кормовой базе, которая ей свойственна, это мыши. Она их отлавливает, их поедает, то зачем ей есть... То, что ей невкусно и неинтересно. А это невкусно? Ну, наверное, все-таки. Кормовая база, которая есть, естественно, она более. Я же понимаю, что если эти брикетики разбрасываются, они должны быть вкусными для животного или нет? Оно для них привлекательно запахом, но никак для них красоты не имеет никакой. То есть это для нас там интересно, как для человека. Вкусовые приоритеты какие-то, да? А в этой вакцине, то есть запах идет, привлекает. Это прям как приманка. Она ее прокусывает, получает вакцину. Если у нее рядом есть то, что ей более свойственно, и она считает, что это ей более вкусно, конечно, она не будет этого делать. Понятно. Спасибо большое. Мы переходим сейчас к сюжету. И сюжет о том, как собака жила в приюте, и вот как-то ей повезло, и она оказалась сейчас в новой семье и у ответственных владельцев. Смотрим. Юлия Кокошникова, собаковод со стажем, а лет 12 назад завела таксу. Потом случайно наткнулась на объявление на самарском сайте «Таксокоманда». Собаки из приютов пристраивали таксу. Ездили за ней в Сызрань. А год назад, просматривая странички приютов, наткнулась на вот эту рыженькую собаку. Месяц наблюдала, второй, все надеялась, что найдут ей владельца. Сама Юля не решалась брать, ведь в доме уже и так две собаки. И в какой-то момент сказала: все, если в течение месяца ей не дадут хозяина, значит, она заберет ее к себе домой. Первый момент встречи, я ее увидела и сразу ее поняла. То есть я ее сначала на видео увидела, на фотографиях, и когда я увидела ее вживую, я поняла, что точно я не ошиблась, это моя собака. И она точно так же ко мне со всей душой просто кинулась. Мы стали друг друга она меня стала лизать, я стала ее тискать, и все, я поняла, что все, я ее заберу, это точно. В первые минуты были переживания, как две таксы уже в возрасте примут нового хвостатого домочадца. Когда выезжала в приют, Юля взяла с собой Шуру. Это вторая такса, которая тоже из приюта. В надежде, что так будет мягче и доверительнее встреча. И они сразу нашли общий язык, прям моментально. Хотя моя Шура, она очень вредная такая, такса. И она смотрела за таксой, такса идет, и ей было спокойно. То есть такса ее вела. Это было здорово. И также в квартиру по лестнице поднимались, вела ее такса. Когда уже зашли домой, такса сразу на кровать запрыгнула, и она стала точно так же себя вести. То есть она прям за ней как кость ходила. Шура ее всему обучила.
Всего несколько дней понадобилось, чтобы Лиса, так через некоторое время Юля назвала собаку, привыкла к новому месту обитания. Ничего не грызла, не лаяла, вела себя спокойно, поглядывая и в чем-то копируя повадки старших собак. И сейчас лишь на улице издалека может полаять на незнакомую собаку, но при более близком контакте и познакомившись, начинает играть. Скоро почти год, как Лиса живет в новой семье, и сама хозяйка Юля ни разу не пожалела, что взяла очередную собаку из приюта. Ну, люди как-то боятся брать собаку из приюта. На самом деле, что бы пожелали таким людям, которые хотят взять собаку? Не бояться. Просто не бояться идти и брать. Если вот действительно ты просматриваешь фотографии, просматриваешь видео, и ты на кого-то, вот у тебя сердце прям ёкнуло, надо пойти, надо сходить посмотреть. Может быть, не с первого раза, может быть, сходить несколько раз. Ну, я не думаю, что стоит бояться. Они очень благодарны, эти собаки. Мне кажется, что намного благодарнее, чем если даже вот какого-то щенка покупаешь. Потому что ну, вот она от меня вообще не отходит. Я ее даже никак-то не дрессировала. Она просто от меня не отходит. Я ее отпускаю с поводка, она там где-то побегает, и все равно она всегда глядывается на меня, смотрит. Ну, а я перехожу к следующей теме, тема, которая очень волнует наше общество. Это все-таки ходят сейчас слухи, и этот документ прорабатывался, он возвращался на несколько раз на доработку по поводу принятия закона о штрафах. И опять же идет доработка через 98-му федеральному закону об ответственном отношении к животным и эвтаназии злобных или агрессивных животных. Как вы к этому относитесь? Вообще, спасут ли эти меры ту ситуацию, в которой мы сейчас находимся? На самом деле это необходимая мера, так как все мы это видим, что наступает весна, люди выезжают на дачу, взяли щеночка, поиграли с этим щеночком, уезжают осенью с дачи, сами-то уехали, а щеночка мы оставили. Щеночек это вырастает, и потом от этого щеночка получается еще 8 щеночков. Тем самым происходит у нас увеличение безнадзорных животных. Соответственно, если человек берет на себя ответственность по содержанию животного, то он должен взять на себя эту ответственность. Хорошо. Вот у нас на территории 32 ветеринарных станции, значит, от вашего учреждения, да, государственного бюджетного учреждения. Самарское ветеринарное объединение, 32 станции. Ведется ли там работа с владельцами собак и кошек по поводу того, что все-таки, ребята, надо ответственно относиться к своим собакам и кошкам, надо предотвратить или нельзя собаку пускать на самовыгул, потому что это все-таки, в конце концов, они являются разносчиками инфекции? Да, эта работа непосредственно ведется как в самом учреждении в городе, так и во всех районных городских ветеринарных станциях по гуманному отношению к животным, по ответственности по отношению к данным животным. А у нас организована такая процедура, как льготная стерилизация. На сайте на нашем может любой желающий ознакомиться с прескурантом, который там размещен, он действительно отличается от тех цен, которые существуют в ветеринарных клиниках города, либо в частных клиниках, которые осуществляют свою деятельность в районах. Льготная стерилизация у нас проходит каждый второй вторник и последний четверг каждого месяца по предварительной записи. Проводится эта льготная стерилизация абсолютно на всех ветеринарных станциях. Там, где у нас отсутствуют специалисты, по записи мы осуществляем выездную льготную стерилизацию. Ваше предложение, как все-таки мы можем контролировать людей, которые завели себе собаку или кошку? Ну ладно, с кошками это довольно-таки сложно, да, она гуляет сама по себе, а собак? Нет, что кошки, что собаки, что это будет корова, либо это будет лошадь, все животные должны пройти процедуру идентификации, они должны быть зарегистрированы в государственной ветеринарной службе, только для того, чтобы мы в дальнейшем могли определить и самого владельца этого животного, и состояние этого животного. Какая вакцинация была в отношении него проведена, какие лечебные мероприятия были в него проведены. И о чем вы говорите? Если животное прошло идентификацию, и оно убежало,
то мы сможем отдифференцировать и найти этого владельца. И тогда уже, если будет мера ответственности, мы можем к нему предъявить какие-то штрафные санкции. Ну, вот просто случайно собака убежала, побежала там за другой собакой поиграть там и так далее, и для этого... Ну, ситуации бывают на самом деле разные, и есть и меры ответственности разные. Если это случилось один раз и зафиксировано, то человека можно предупредить. Но если у него животное находится на постоянном самовыгуле, то человек за это должен нести ответственность. Последний вопрос, а у нас, к сожалению, мы подходим, приближаемся к финалу. Вопрос следующего плана. Некоторые люди, я нередко это слышу, когда мне говорят, вы знаете, я не хочу, чтобы собаку кастрировали или стерилизовали. А я хочу взять собаку из приюта, я хочу, чтобы она была, вот, как говорится, целая. Как объяснить людям, что кастрация – это необходимо? Все-таки. Это нужно проводить работу непосредственно, конечно, с населением. Мы объясняли для того, что если ты хочешь содержать животное, ты его содержи. Но в любом случае есть, так скажем, физиологические инстинкты, животные, они этому подвержены. Их нужно кастрировать и стерилизовать, а в наших условиях это очень актуально. В том, что полученный приплод, его уже нужно будет кому-то также раздавать. Ну да. И если мы возьмем пример Европы, то у них, кроме того, что имеются огромные штрафы, огромные налоги за содержание животных, то им позволяют из приюта взять животное, только которое подвержено стерилизации и кастрации. И только питомникам, либо заводчикам разрешено продавать животных, и то они продают только, опять же, стерилизованных и кастрированных животных. Все, спасибо. Спасибо большое. А, к сожалению, наша передача завершилась. Я думаю, что мы еще раз увидим вас в нашей студии. И я прощаюсь с вами. До свидания. Еще раз хочу напомнить, что если у вас есть информация по какой-либо собаке или кошке, которая имела сложную судьбу и которую все-таки пристроили в новую семью к ответственным владельцам, звоните, пишите. Звоните по телефону или присылайте смс-сообщение. Это будет намного лучше. И 8-927-686-0790. До свидания, всего вам доброго, до следующей встречи.